мои земляки, ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла, сегодня мы встречаем 79-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне, когда советский солдат освободил свою родину, освободил Европу от фашизма, сломал хребет гитлеровской Германии, восстановил после разрухи нашу страну, жили в спокойствии и благоденствии, воспитали детей, внуков, правнуков. И сегодня они героически защищают нашу родину от нацистской чумы, которая заразила наших братьев. Слава советским воинам-победителям! Слава потомкам воинов-победителей Великой Отечественной войны, которые сегодня защищают нашу родину на полях сражения специальной военной операции. С Днем Победы! Победа будет за нами!